Это за проезд передаем, это Степашка не может залезть в домик. Из Арина, потому что там вот этот вот хомяк. Хей, на приходе что-то делает. Я правда не знаю. А, это шурму не отдам ли за проезд передаем. Дай-ка я тебя по... Тик-тик. Да, ребята. У нас сбежал один хомяк. Его зовут Степа. И хомячки сейчас в шоке. Почему нет опилок? Это потому что мы скоро будем делать уборку. Просто скоро мы сейчас будем делать уборку. И вот поэтому просто насыпали им еды. Да, опилки мы им сделаем. Вот они. Мои свинюшечки, мои хомяшечки, мои хомячочки. Даже Рин на вас посмотрим. Он просит, чтобы нашли. Супер, хомяк. Если вдруг что-то будут говорить про его хозяина, он вступится за хозяина и нападет на них. Он не простит никого. Я это не издеваюсь, я просто... О, спасибо, что... Я это не издеваюсь, я просто его... И вот Степашка спустилась. Это, если что, муж и жена, два джунгарских хомячка. О, кстати, рифма.